С каждым годом поток туристов в Мурманскую область увеличивается. Для удобства гостей нашего полуострова и специалистов, которые делают их пребывание комфортным, в деловом центре «Арктика» открыли новый туристский информационный центр. Элина Ким подробнее. Торжественное открытие туристского информационного центра Мурманской области стало знаковым событием для всего региона. Планируется, что он будет аккумулировать сведения о достопримечательностях и просто интересных местах Кольского Заполярья. Чаще всего за новыми впечатлениями к нам приезжают иностранцы, поэтому персонал центра будет встречать гостей на английском, финском и китайском языках. Скажите, все сотрудники будут также приветствовать наших гостей? Мы постараемся, да. Каждому посетителю центра специалисты подробно расскажут о самых захватывающих маршрутах для путешествий. А чтобы было легче ориентироваться, также выпустили путеводители и брошюры. В них подробно описано, где можно отведать арктическую кухню или как увидеть северное сияние. Мы открыли сегодня туристский центр. В высокой степени готовности в ближайшее время заработает специальное приложение, такой маршрутизатор для туриста, где будут тоже подключены все возможные маршруты, рестораны, отели, точки. И, конечно, одна из ключевых задач – поднять качество сервиса, сделать стандарт сервиса, чтобы он был именно профессиональным сообществом одобрен, акцептован, для того, чтобы турист был доволен. Такой подход к развитию туризма в регионе, по мнению экспертов, позволит увеличить прибыль и стать точкой роста для небольших городов и поселков Мурманской области. Сейчас особой популярностью пользуется круизный туризм. Также власти делают ставку на промышленный туризм. И мы хотим сделать нашу работу видимой для всех. То есть мы очень привлекательный регион. Нам есть что показать туристу, и нам надо научиться это делать красиво. Чтобы турист, во-первых, к нам приехал, во-вторых, оставил у нас свои деньги, в-третьих, не нанес ущерба экологии и природе нашего региона, и, в-четвертых, уезжая, рассказал о нашем крае своим друзьям, и они тоже приехали к нам. Для реализации этих задач необходимо тесное сотрудничество туроператоров. Для этого они сделали первый шаг – объединились в региональный союз, в который готовы принять и других участников, чтобы туризм на Кольском севере стал качественным и многообразным.